Погибли из-за неисправного газового котла. В деревне Чуприянова Петушинского района из-за отравления угарным газом скончалось 4 человека. Трагедия случилась в конце ноября. 29 числа в частный дом приехал 73-летний москвич, чтобы включить на зимний период газовый котел, но через некоторое время пенсионер перестал выходить на связь. Родные и соседи по даче забеспокоились, вызвали участкового. После вскрытия дома тело пенсионера обнаружили без признаков насильственной смерти. Около часа ночи 30 ноября из Москвы в дом приехали родные пенсионера, две дочери и зять. После дороги решили отдохнуть, но утром также перестали выходить на связь. Прибывшие на место следователи обнаружили всех троих без признаков жизни. Эксперты отметили, что в помещении тяжело было дышать, а позже зафиксировали высокую концентрацию паров газа в воздухе. По версии следствия, причиной утечки мог стать несанкционированный ремонт газового котла. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Скорее всего, или ремонтировался, или менялись какие-то, может быть, детали, может быть, полностью газовый котел в апреле 2018 года. То есть вот официальные службы, которые при установке котла все зарегистрировали, проверили качество, это то, что называется официальная установка, официальная регистрация, и официальные можно вызывать, и в случае необходимости специалисты примут и будут нести ответственность. В данном случае пока предполагаем, что при определенных поломках или неисправности в системе хозяева, скорее всего, пригласили человека со стороны. Это называется несанкционированное вмешательство в систему газоснабжения дома.